Сегодня 11 июня. Заехал на поле, где вносили безводный аммиак и оставили участок для контроля без внесения азота. Это яровая пшеница, сорт риза. Аммиак был внесен с осени. И вот такой вот контраст. Вот на данный момент, то есть участок, где вносили, яровая пшеница развита, чувствую себя достаточно комфортно, хотя сейчас я уже вижу кое-где признаки голодания. И опять же, если присмотреться вдали, я вижу полосы внесения этого мяка. Ну вот они даже встречаются вот здесь. То есть уже начинается азот заканчиваться, внесенный внутрипочвенно. Участок, где не вносили, конечно же, голодает. То есть листовая пластинка здесь тоненькая, посев бледно. Такой он светлеет, бледный. Кончики желтеют. Нижние листья тоже уже, можно сказать, сбрасываются. Стебель сам тоненький. Пшеница особо здесь не густится, потому что питания недостаточно. Вот такой вот контраст есть по этому участку. Здесь где-то внесено азота в действующем веществе в пределах там 70, эквивалентно там 200 килограмм селитры. Здесь ничего не внесено. Ну, вот такой вот эксперимент есть. Я не думал, что будет такая уж сильная разница. Но пока аммиак радует. Не сказать, что его условия, его внесения были идеальными. И в то же время есть вот такой эффект.